Вопрос о звании почетный гражданин города Сочи стоял последним в основной повестке дня. Тем не менее, он вызвал наибольший интерес. Сегодня депутаты городского собрания Сочи путем тайного голосования определились с выбором почетных граждан города Сочи. Ими стали заслуженный врач России, начальник санатория «Правда» Валерий Склиренко и генеральный директор сочинского мясокомбината Нина Барская. Затем депутаты проголосовали за двухгодичную паузу. В это время будут рассматриваться предложения и новое положение о почетных гражданах. Конечно же, надо это положение принять, отработать, какие-то более уже современные критерии выдвинуть. Сегодня также депутаты городского собрания Сочи проголосовали за выравнивание налоговой нагрузки. Речь идет о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности. После изучения этого вопроса на рабочих группах с экспертами торгово-промышленной палате было принято решение о повышении в среднем до 20% налога на те, которые используют эту систему налогообложения, не ЕНВД. А это большое тоже количество наших людей, которые сдают жилье в наем. То есть это наши мини-гостиницы. В основном это касается их налога. Таким образом, если все налоги будут исправно выплачиваться, городская казна получит дополнительно 500 миллионов рублей. Сегодня был скорректирован бюджет города. Он увеличится за счет поступления краевых средств, а это 53 миллиона на отрасли образования и социальной политики. Также городская казна увеличится на 234 миллиона рублей. Эти средства поступят в результате подготовки города к чемпионату мира по футболу. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.